So April 7, 2018, Sacramento, California. This is our panda for South of Asia. She's looks like she's pregnant, and the expecting date is the end of the April, or the or at the very first week of the May. Pandachka, panda. She's getting heavier and heavier. See, his her belly is getting bigger. Yeah, she's just lay down time to time for the rest. Это наша пандочка. Еще одна наша сука несет уникальные крови узбекских старых собак и украинских собак питомника Бояз Бури. Известнейшие туркменские собаки по отцовской линии у нее, она ее крови включает крови Агушан Нюрагдеева. Она крупная, примерно 76 холки, тяжелая сука, в пределах 150 паунтов. 155 паунтов, она как хороший кобель размер имеет и вес в пределах 70 килограмм весит она. Ну, в прошлом году они дали стебул нам прекрасных щенков, 10 щенков было. Пандуся, Пандуся, иди сюда, встань. Вот такая сука, это ее приемная дочка, Варя от нее не отходит. Годовалая. Вот такая девочка. Явно увеличились у нее соски. Увеличился живот. Еще не сильно, в принципе, это примерно месяц и 4-5 дней связки. Но я думаю, что она беременна. Она уже бережет, заходит. Вот такая девочка. So we have a few spots on our waiting list. Just one spot for the male and two spots for females, pups, female puppies. So please contact us if you would like to buy some pups from this beautiful lady.